Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, честь и поклонение. Слава и благодарение наш Господь, аллилуйя. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и селися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Следующий псалом. Давай. 32-й псалом, псалом Давида. Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которого Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силу своей. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он души их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Все, 32. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя, любящий наш Господь, за все Твои милости и щедроты, за этот прошедший день. Ты благословил нас на труд и сделал его полезным и безопасным. Слава Тебе. Благослови войти в эту ночь, дай вдохновение телу уставшему, телу дай сон, а душе покой. Мы прощаем всех и просим прощения у всех, кого огорчили. Прости нас, Господи, и помилуй. И помоги в радости провести нас этот великий пост и встретить Пасху Христову. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй. Считаем Евангелие.
Евангелие от Матфея, 26 глава, 14 стих. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя свершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал им в ответ: «Опустивши со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал: «Примите и едите сие из тела мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называя Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду и помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза тяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?»
Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, излег меч свой и ударил раба пересвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он предстоит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, пересвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора пересвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Пересвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил: могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». И, став, пересвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь? Что не против тебя свидетельствует?» И Иисус молчал. И пересвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных». Тогда пересвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидел его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает всего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Будь милостив к нам, Господи, услыши молитву нашу и пошли добрых свидетелей, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвести о любви Твоей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Что нам делать, мужи, братья, возопили апостолам иудеи? Он же отвечал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Ты дивно велик, наш Господь, и милости Твоей полна земля. Аллилуйя, спрошу. Читали, да? Вы хотите что-то спросить? От Луки читали? Да, это Евангелие от Матфея. А, от Матфея читали. Только не ругать. Иеремия 33. Только не ругать. Иеремия 33. Чтобы не заругались. Иеремия 33. Что? Только чтобы не заругались, когда беседуем. Ну, я не ругаюсь. Ну, я знаю, не ругайтесь. А то так начинают, и потом такие слова говорят нехорошие. Ну и что? Ну и что? Это я не все. Слава Богу, что мы вас нашли. Мы пришли в это место тьмы и мрака, прелюбодейства и злобы, чтобы людям рассказать о Христе. Здесь Содом и Гоморра. Я знаю, что их два ангела сожгли. И когда Авраам, с двумя дочерями они, по-моему, ушли в пещеру, и потом эти две дочери от своего отца зачали детей. А вы почему об этом вспомнили? Я не вспомнил, потому что я тоже как бы это был верующий, как бы. Пример-то вспомнили какой? Такая большая Библия, вы ни одного примера не вспомнили, кроме греховного. Почему? Ну потому что сатана такой вот. Потому что чат рулетка переполнен прелюбодеянием. Тут 80% я мусульмане. Я знаю. 50% голые мужики, голые, брошенные. Я не обращаю на это внимания. Обращай, не обращай, тут малые дети, совсем малые. Они показывают половые органы, открыто совокупляются. Ну зачем вы мне об этом говорите? Я говорю с тем, что тут надо свидетельствовать о Боге. Как с чем? Мы должны обстановку. Да я о Боге знаю. Я знаю о Боге, что Бог есть. А о Боге знаете, обреетесь почему? Что делаю? А что нам Бог запретил бриться? Где в Библии это написано? Где в Библии? Даже если бы нигде не было сказано, и тогда нельзя этого делать. Христос был с бородой, апостолы все бороды носили. И пророки все. И что это показатель к чему? А к тому. Верный в малом над многим поставлен будет. У Давида, когда слугам пол бороды обрили, он их не запустил в Иерусалим, а отправил в город проклятие Иерихон, пока отрастут бороды. Вот что, а мы в небесный Иерусалим идем. О, нифига, дедуля, ты что сидишь? Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Великий, дивный Бог, благодарим Тебя за прошедший день. Сколько милости мы испытали от Тебя, Господи. Ты дивно велик, и чудно имя Твое святое. Ты Отец Вечности, Князь Мира. Все девы во чреве примет и родит Сына, и наречешь имя Ему Эммануил, что значит с нами Бог. Аллилуйя! Ибо всем нам надлежит предстать пред судилище Христово после смерти, чтобы получить соответственно тому, что делал человек, живя в этом теле, доброе или худое. Прости нас, Господи. Мы просим Тебя, благослови нас, исполни силой Духа Святого. Мы пришли в это ущелье мрака и тьмы, прелюбодеяния и злобы, сквернословия и наркомании, чтобы в этом Содоме и Гоморре рассказать о Христе, о любви Его. Хвала Тебе, наш Господь! Ты дивно велик и славен, и долготерпелив. Благодарим Тебя, наш Иисус! Ты умер за наши грехи и зовешь, чтобы мы поверили в это и, веруя в Тебя, получили прощение грехов. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий ожидает на нем. И будет он брошен в озеро, горящее огнем и серою. Это смерть вторая, где слышен плащ и скрежет зубов. И все это человек заслужил за коротенькую жизнь, не желая смириться перед Творцом своим. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Дивны дела Твои, Господи!
Мы просим Тебя, благослови добрых проповедников, миссионеров, чтобы они пришли и возвестили слово любви христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам о Твоей любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного за наши грехи, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Да будет благословена эта ночь, Господи! Благослови и сохрани охраняющих порядок, врачей, пожарных, от покушения на них. Укрепи их и умудри на помощь людям. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Иисус! Благодарим Тебя, Господи, Боже наш! Дивны дела Твои, Господи! Ты позволил нам зайти в это ущелье мрака и дыма и возвестить о любви Твоей погибающему роду. Ибо здесь воистину современный Содом и Гоморра. Сколько пакостей и мерзостей творят люди, открыто совокупляются, показывают интимные органы. И здесь же малые дети развращаются. И почти все курят и непрерывно едят и пьют, как будто последний день живут на земле. Услыши, Господи, и коснись сердца людей, не имеющих смысла жизни и цели. Аллилуйя! Псалом. Псалом 33, Псалом Давида. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Все нищие возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. С кем не бедствует и терпят голод, а ищущий Господа не терпит нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь души рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
ибо Твое есть слава, сила и во веки. Аминь. Твое есть царство. Господи, слава Тебе. Благослови нас, Господи, вступить в эту ночь. Дай телу сон, а душе покой. Сохрани нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. Благослови патриарха, митрополитов, епископов, священников и паству. И даруй всем духовное рождение. Избави от сребролюбия, от того, что не славит Тебя, от симонии, от искажения таинств Христовых. Да воссияет Твоя православная церковь, как город на вершине горы. И даруй водительство Духом Твоим святым. Благослови, Владыка, и помилуй, Господи, благослови добрых благовестников, миссионеров, пошли их христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и возвести всем о Твоей любви, Отец Небесный. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Ибо всякий, делающий добро, идет к свету, дабы явны бы дела его. А делающий злое не видит света и не идет к свету, чтобы не обличились его злые дела. Придет Господь, и воскреснут все. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Благодарим Тебя! Спаси и помилуй наследие Твое! Аллилуйя! Благодарим Тебя, Господь, за все Твои милости и щедроты, как насытилось и нас земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел и спаси, мир дай им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, милосердный. Евангелие. Благодарим Тебя, наш Иисус. Евангелие от Матфея, 27 глава. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавшего, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Пересвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которую оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». И Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» И Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?»
ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежду его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежду его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть тебе сойдет с креста, и уверуй в него. Уповал на Бога, пусть и теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. А с шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама, савахвани!» То есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илью зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотри, придет ли Илья спасти его?» Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Арамафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он,
придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень, к двери гроба удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались перед священники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи живых, сказал: после 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.